У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство. Дети погибших защитников Отечества так называют сегодняшних 80-90-летних стариков. С каждым днем вас становится все меньше. Тем ценнее становится ваше воспоминание о страшных годах испытаний. Заслуга поколения детей, оставшихся в результате Великой Отечественной войны без отцов, неоценима. Война прошлась по вашему детству. Вы гордились подвигами погибших отцов, и несмотря на послевоенные невзгоды, безотцовщину, вы не растеряли чувство уверенности в себе. Вы ставили перед собой цель и добивались результата. Старались быть полезными для своей семьи, для своей страны. Вы и сегодня в строю. Проводите в учебных заведениях города Верхнеуральска уроки мужества. С вас берет пример подрастающее поколение. Молодежь равняется на ваши трудовые успехи. В день памяти и скорби приглашаем вас на митинг, который состоится 22 июня в 11 часов на Аллее Славы у памятника воину-освободителю.